Надеюсь, достар, мен бетлемегенімдер. Оно сестерді қазір тағатыр керек. Өзімді күн 40 маға мерайда ол. Уже какой-то бір сысқан қойлықтарын айдыңгендер. Блин, надеюсь, я свои не сыстригу, блин. Смотрите! Смотрите! Сысқан қойлықы. Қатырығат қалай. О, наконец-то. Я же говорил, что не идут кудряшки. Я үс атынаға кейті языковой лагерға. Оказывается, бізде бар Башқұртстанда языковой лагер. Абзаковала ішлейдер екен, и Павловкала. Рахмет, кстати, қадырлы достар. Хіздің ярдамығызда. Ярдамығыздан. Хіздің ярдамында. Блин. Короче, с вашей помощью нашли этот языковой лагер. Английский прямо подтягивать же сильно хочет, Азалия. Чтобы владеть совершенствием, потому что сетильде ухаем ты. И вот, шунда үс атынаға кетейінді. Бүгін біздің мұжықтар уфрала-уфра. Білегім несі пішірдім? Короче, хылда пішірдім горох. Шунан хұн қалдым тушонкалар. Шунан хұн жариптім хуған, помидор, немекелеву морковь, тушить еттім сливочный майда. И вот это все залила. И все, получился супчик. Әр мұжықтарда шата. Саня, идем кушать. Сейчас я тебя музыкальным супом накормлю. Всю ночь будешь оркестры, что там, оркестровый или что там, концерт, короче, устраивать жене. Так, что вы тут, мужики, делаете, рассказываем? Сейчас выкапываем яму траншею на 70-10 сантиметров. И бутом забьем, да, и заново закопаем. Кыши, я да, что бут не поможет. Надо шифер, говорят. А? Может, где-то шифер закупить? Короче, достар, мынау біздің невитинді вишня, қиюләні хамак разрастаться ита. И бізге ландшафтный дизайнердар не совет берділер, ош айтып қадырға траншея, и шунда всякий бут, мут, тимер, шифер халып, кумырге, да, чтоб корни дальше не пошли енді. Сейчас, Саня, будешь пробовать мой гороховый супчик. Только горох почему-то жесткий оказался. Я люблю жесткий. Это не я виноват. Мне больше гороха, а не мясо. Ну, горох, блин, каян, где была именно имя горох-то? Укроп? Да. Тоже надо. Всю ночь пердеть будет. Всего много не надо, укроп. Вот хэз виноват, доктор, мы уже больше ышанмаем. Потому что теге вақыт, мне айттілер, гороховый супты бешіргенде, халыға щепотку соды. И шуның арқахында горох разварится быстрее, будет мягкий. Нифига подобного, доктор. Мен несколько щепоток соды положила, и он нифига не разварился и жесткий. Это все равно от гороха, наверное, зависит. Хэз меня обманывать еткен, хэз, доктор. Нет, тушенка, да, получается? Да. Это чистая говядина. Своя. Нет. Ну, в смысле, куплены тушенку. Угу. А тут я еще этот. Вы. От супа бульон еще оставался. А, бульон, говорю. Мясо оставалось. Ну. Мясо не доели, я еще его добавила. Угу. К тушенке. Вот, ну, тушенка своя, ну, как бы в стекле которая. Нет. Смотрите все. Сегодня ночи не будет, наверное. Или вместо луны будет солнце ночью. Блин, невозможно поверить. Невозможно поверить. Смотрите, как она. Да? Офигеть. Блин. Фига себе. Резина келіп кеттіле. Мен сәскелерді әй ухаживать кем была, қайын ек кем была. Мен ойат болды. Резина, если қуарасаң, вот какая польза была сатыласа. Сенің бақсасығы бұрағын. Еші мен резина отырып алғанда, матур етіп деген сәскі атқан сәскелерін көрсетті. Мына бұл менің гортензиям. Бұл менің әлленім екем. Қарайынсек матур деп. Мен теге қараймын да ұят болып кетті. Но.
Андрей опять только убрали. Ага. Минутай. Саня! На, попробуй башкирский кумыс. Холодный. Из-под лошади? Че из-под лошади? Кумыс. Да, кумыс из-под лошади. Кумыс, говорит, из-под лошади. Эй, Альберт, Саня, кумыс бери. Это кумыс с Бурзяна приехал, Саня. А вот сюда поставьте. Эй, Алла, инди бетен, донянда бешурга, басра трага тихан шуны курош. Че как? Из-под лошади кумыс вкусный. Из-под лошади тип меня видела была, Саня. Это из-под лошади, да, кумыс ты? Газон и трава вот там, а зеленение не карак петенье? А зеленение не мали он. Опрыскивание. Опрыскивание. Ну, шлейф им улаган имели, но он да не куеп компрессор тегі идеалы сума. Трубалар ебарып, білесің мы, не дам харалым. Ильнас, карта бойна обычный полипропилен трубалар ебарган да, шынан не сектирга болады. Блин, заколебал, кара, хэрпер гультовинда обе кырмыскалар, какого чёрта? Мына ашку кайдар халканда, чё они делают прямо гультовинда у кырмыскалар? Ха, не сиганы бүттірге у гульды поход дела, ашайдар олар? Идем ташамадар дэн. Ну немекке ішейдер ола. Значит, она кислород көп шумаңда. Кислород бұғымды, блин. Она даже кукайдары келіп сықты. Кукайдарым иіс. Немесе кейдейм. Мұнсаның алдың бізде ештір кәріпті. Үлгірі? А? Үлгірі? Бізде мұнсар жайырған. Мұнғанда қарам оңына всекий мұсыр етін. Ай, жүрі. Мана еймай хүмін. Жия А, біз гүлтіптерін ұшайтып, біз үшіліп сұқтым, достар, білмейім, дұрыс үшілімі ме, жоқ ма. Менің артында Альбертан ғапері бірейім, біз атқаның теперде. Қолдарымды қара. А, фейге. Қап қара. Привет. Привет. Ты че мою тулупу привез? И подарок. И подарок. Мына меня бір подписчицам екі тулуп жіберген. Представляете, мы достар, қазір будем мерить. Распаковка тулупчиков от фирмы Зарина. О, Зарина. 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 Надеюсь, они этот нормальный. Ну, по-моему, на всякие тавинеры, юрмы, да, на тавинеры. Всякие бюджеты. Там слово арпиновый форум. Это одна, что ли? Я же две просила. Нет, где там вторая? Две. А? Две должно быть. В смысле, где две? Это один? Ой, блин, значит, второй у меня остался. Точно? Или ты два пакета брал? Сейчас посмотрю. Ёпарасоте. Сколько килограммов, блин? Вообще тяжело же. У меня еще хаймай, блин, прикинь. Вот. Как? Говорит барашек пе, говорит барашек пе, говорит барашек пе, очень нравлюсь я тебе. Нормально? Да, ну твой размер, ну что рукава. Нифига не мой размер, он не застегивается. Наконец-то узимден тулупар, это я взяла для вайнов тулстар, ну чтобы снимать всякие прикольные вайны, потому что вот такие тулупы брать в аренду стоит за сутки 2000, а мы взяли 2 тулупа за 6000, разные тулупы, разноцветные. Еще хочу купить машину, машина как бы для вайна, при Жигули Рено. Ты куда посеял второй тулуп, я не пошел, блядь. Они отдавали 2 тулупа, Ренар привез 1 тулуп. Может, у тебя в машине лежит? Сейчас посмотрю. Ринальдин какой-то тунга, гараган, менің толстовканы кейіп отыр. Ол вообще үшікі, на самом деле. Әл білігі, несе ол үші. Даже мына елгеген, әдірек ел үрхәп, ол шайт, деп қалтыраны бөрі. Ол, тебе больше идет, тебе красный цвет идет. Давай, FSA's, мына немінен Татарстандан кейген бауыр. Че, сколько стоит песню на радио выложить? Пускай подписчики тоже знают, потому что кубка шер уйдайдар, что вообще ерзы выкладывать там, радиола, телевидениела, и они и люди думают, что это все бесплатно. Нифига подобного, Дуфтар, не все бесплатно. Кто, все артисты, кто выкладывает свои песни на радио, на телевидении, они платят, между прочим, нормальные деньги. Ценники у всех радио одинаковые, вот примерно выходят, если ты хочешь крутить 3 раза в день,
течение месяца. В основном берут от 30 до 50 тысяч рублей. Прикиньте, ерысын түлейген, 60 мың. Клип 200 мыңдан ашу барып сыға. Біздің мына ерман клип 320 мыңға барып сықты мен хананым дұлттар. И плюс шунан хун еще, чтоб твою песню узнавали, слышали. Радио, телевидениеға берем тихан, короче, 500 мыңға барып басырға может. Ушой да хун. А шунан хун кешілер айтылар, мына кімдің ақсағы бар, шул ерзайынды. А мына действительно шулай келіп сығалайынды дұлттар. Кімдің ақсағы бар, шул ерлай. Действительно же этим салаху. Мына немендей талантливый артистар, который кеше аларды тыңламай, ақсалары юк, сығар алмайдар ердарым, потому что даже радиоға берем тихан платно. Прикинь, аларға немештер яху. Поэтому, если вам нравятся песни, самое лучшее, что вы можете сделать, это добавлять к себе, слушать, потому что хоть чуть-чуть, да копеечка с того, что вы там посмотрели, послушали песню, лайк поставили, чуть-чуть монетизация сейчас в России работает и приходит. Ну, там да. Реально ВКонтакте. Копейки. ВКонтакте. Да. Нет, еще Яндекс.Музыка. Яндекс.Музыка. Ну, там, конечно, копейки, но все равно хоть какая-то поддержка. А на телевидении расценки? Сколько? Ну, на телевидении еще больше расценки. Сейчас я вам скажу. Сейчас вам мой продюсер скажет. Он в курсе всех цен. Еще так говорю, сейчас я вам скажу. У нас есть несколько телевидений, и тоже везде примерно одинаковые ценники, они одинаково работают. Если твою песню будут выкладывать один месяц и... На телевидении? Да, два раза в день, примерно это стоит от 40 до 60 тысяч. В смысле? А в тот раз мы 80 тысяч платили в месяц, это что такое? Это два месяца. Алло. Здравствуйте, это Риналь насчет тулупов. А вот мы взяли, я сейчас пакет открыл, а там один тулуп лежит. Ну, в одном один. Там два же пакета было. А вы точно два отправляли пакета? Ну, наверное, мне муж отправлял. Сейчас я у него спрошу. Может, вам не додал таксист тогда? Пакет я не отправил со вторым тулупом. Короче, достар. Риналь посеял мой второй тулуп. Кімдер хатқан бізге толыпты, аларда юқ в итоге. И Альберт, Альберт Риналь начал звонить уже Альзираға, второй тулыпты деп. Чё, где? Да, дома, сестра. Дома? Ты хотел присвоить мне свой мой тулуп, а? Риналь в красный, я в розовый, в моих толстовках самых любимых, в город поехали. Ты когда переезжаешь, да? Не знаю пока, может через месяц. Через месяц? Ну там этот ванную почти доделали. Рухсатит клипом до старших ардахтабитинде. И прикиньте, у нас возникли кое-какие проблемы с этим клипом. Пока не будем озвучивать, какие проблемы у нас возникли. Потому что. Ну, может... Скорее всего, придется удалить. Меня так не пугай, блин. Очень серьезные проблемы возникли. Мы сейчас с Риналем стараемся решить эти проблемы с этой песней «Рухсатит Ерман», с этим клипом. Если не решим эту проблему мирным путем, Дуфтар, то я вам этот расскажу, в чем была проблема, если не сможем решить. А если мы мирным путем решим, то ничего рассказывать не буду, гафуйте, Дуфтар. Плавтан кайттым да бетенде. И бац тут мне начали названивать. Что говорить не буду. Ну, короче, связанное с песней и с клипом. Мне вообще обтрана. Тут уже начали на меня адвокаты-юристы выходить. Ой, блин, я с такой ситуацией вообще впервые сталкиваюсь. Я в растерянности. Менин мавамлык. Что я с вами, да? Я ни при чем. Надеюсь, все нормально будет. И нам не придется удалять клип и песню. Встреча на Дуфтарге, говорят, Шуралмайнинде. Потому что это пока нельзя. На всякий случай клип сами сохраняйте, чтобы пересмотреть. Блин, это курхат мое просто. Вон октаган, блин. Столько труда было вложено в этот клип. Столько денег, честно говоря. Они хотят мне... Либо денег хотят, либо хотят, чтобы... Да всякое день. Негативно настроено. Момент, через 30 минут позвоню и уйдем предложением, да еще, Гайта. Ладно? Короче, мы хотим отснять вайн Жасмин мынан. Жасмин, это юный блогер, Ринальдин. И великий кызы.
Как думаешь, Альзера напоит нас чем? Чаем. Чаем? Какой чай? Ну, боже, какой чай ты, король. Офигеть, жара. В квартире, офигеть. Эй, привет. Привет. Алло. Вы че, в бане живете, что ли? Жасмин. Жасмин. Алло. Жасмин. В аренду дашь, Жасмин? Ура. Чего скоро? Давай, говори, аренда говори. Платная будет. Арендная плата будет. Скажи еще этот, совместный рилс сделай. Жасмин. Ладно, я обещаю, как-нибудь сделаю с ней совместный рилс. Ты сама сказала, я вообще молчала. Да. Сделаю я с тобой совместный рилс, ладно? Сипичек маленький, вкусненький, ты мой пирожочек. Шли, Жасмин, у тебя сегодня работа. Твоя смена, ты говорит. Подарили? Да я подарила. А нет, не подарила, одолжила. Это моя любимая толстовка. Ты что? Я помню, что где-то видела. Угу. Вообще ушика. Камера тут валанда уже тысячу рублей. Потому что он уже улы прям. Он как ребенок, он говорит, ну на улице же лето, надо в шортах ходить. То есть у детей, если ночь, то спать, если день, то вставать. У Ринали, если лето, то в шортах, потом ходит вот так вот. Ринал меня на шашлыки пригласит. Чё? А я где буду? Ой, моя вкусненькая. Жасмин, нас с тобой не приглашали. Я вкусненькая, съем тебе мой маленький пирожочек. Я же не нужна буду? Нет. Снимайте, я в магазин пойду, хлеб надо. Ой, 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 бармах, басрах, басрах, басрах. Какая, какая мой палец. В рот хочу взять. Ждёшь переезд? Да жду, мы думали, что в июне туда уже будем жить, а что-то никак. Почему никак? Ну, ремонт же, ремонт там. Это же не за один день делается. Стену сделали, ждем 2 недели. Пол сделали, ждем 2 недели. Вот это сделаем, типа, чтобы подсохло, ты клеила. Шухан, мебель ждем. Недолго осталось все равно. Ну, кухня, да, вот считай, в начале июля должна прийти. Потом остальные смесительные, ты клеила. Надеюсь, что в конце июля мы уже там будем жить. Да. Но на Василий не забудьте пригласить. Чё хорошо? Пригласи, не пригласи. Куда без тебя будешь наш команда? Шашлыки, мунца. Шнимакель, шихановский лимонад. Шарфаки от пиздюки по корзину не зашла. Альзира, блин, прости, этот. Ну, блин, не нарочно, я же не знал, что там это. Вода. Ну, сейчас я уберу. Уберу. Сейчас уберу. Давай. Что это такое? Соус на шарам с корицей. Не убирали. Альзира, давай, проходи. Хамаз, да, это элитный хамаз. Нет, ну мы выпили хамаз. Что вы тут такой коричневый у меня? Маша, давай своем. Соус такой. Смотри, надо вот это убирать. Как ты пакет-то крутил? Я, блин, резко что? А вообще получился, нет, Фаян? Не знаю, что посмотрел. Ёпарасы, ты даже шкафка весь, а камень в баше. Ай, бля, муха. А у меня дома убирается, она башкирская домохозяйка. Спасибо за чай, за пирожки, блинчики.